Ребят, ну что, всем привет! Очередной выпуск хайлайтов с прекрасным вашим любимчиком Прокопчиком. Брат, спасибо, что залетел. Слушайте, здесь два матча Уфа и Нижний Новгород. Просто я не мог позвать другого гостя, потому что ты творил, ты был лучшим, по моему мнению, MVP двух матчей. И именно ты можешь расставить свои моменты. Я знаю, что ты очень скромный, но постарайся. Там есть и другие ребята, но дай им шанс. Конечно. Давай, начнем с первого момента. Но подожди, подожди, здесь сейчас еще твое фирменное празднование. Я думаю, что ты это помнишь прекрасненько. Ну что-то да, припоминаю такое. Ну подожди, удар с левой ноги с двойника. Уровень премьер-лиги. Английский. Потому что в РПЛ бы, знаешь, куда-нибудь туда на третий ярус бы отправили. Сейчас второй момент. Ну, по первому могу сказать то, что если бы я там принимал, если бы я какое-то другое решение выбрал, я бы не забил так. То есть это прям уже было решение, что я вижу, мяч летит, и там уже неважно было. Сзади у меня игрок слева, я бы ударил в одно касание, и за счет этого и получилось красиво. Слушай, ну это выше уровень, двойника так поймать, это прям супер, это очень круто. Я думаю, там в комментариях, когда вы сейчас сначала у Геры, там все опять Прокоп лучший, в премьер-лигу его. Я говорю, пора, я не знаю, давай я буду твоим агентом. Я уже Реалу, кстати, звонил, нарезку эту скинул. Вот, смотри, еще вот этот парень тоже на примете, второй хайлайт, посмотри. Ну что скажешь? В игре я в этот момент общался с болельщиками. И поворачиваюсь и смотрю то, что вот только-только все закричали, и чувак в центре поля празднует. И я смотрю то, что у наших ворот вот никого в этой зоне. И я не понимаю, как произошел гол, и мне потом говорят, что с центра поля, я вообще не поверил. И там повторы не показывали, и только вот уже когда я смотрел, я пересмотрел, я не понимаю. Ну вот, типа, такие голы случаются. Ну, справедливости ради, здесь не вина Сани, если честно. То есть там был обрез, он нормально, там исполнение мастерски, то есть такой пластер дать, в твоем стиле, кстати. Я жду, когда ты так сделаешь. Но теперь уже надо, чтобы чуть подзабыли. А то сейчас увидят наш ролик и все, скажут, что Прокоп будет так бить. Ну как тебе, хороший? Очень хороший. Ну тогда запоминаю, я не знаю. Ну ты скромный, я знаю, что ты уже вот скажешь, ну вот это получше исполнить, как для меня это обыденность девятки бить. Сейчас будут моменты с матча Уфы. Я думаю, что опять же ты участвовал в этом голе. Давай просто посчитаем передачи. Это вот наш гол как раз с тобой. Прям полностью. Да, да. Смотри, раз. Два. Ну, здесь будет таймер. Вот ты просто вспомни, вот как вот это так. Я просто на самом деле в игре я не чувствую, что она настолько затяжна. То есть, смотри, ты получишь здесь, что-то там сделаешь, придешь сюда и отсюда дашь, смотри. Вот, я помню, что я отыгрался с Сибучем. Да, смотри, пошел в зону. Я вот тут. Смотри, сейчас ты опять получишь, уйдешь в центр. Да, вот. Посмотри, это как это хорошо. Да, мы уже на второй фланг пришли, увидели, что есть много, разыграли. Реально, вот это гол очень хорошего уровня. Посмотри, как мы... Не, вот это вот как раз ты с мячом. Да. Вот, ты прошел, смотри. Еще... Опять перевод. Да. Вот мне тогда реально казалось, что вот только отсюда вот гол начался. И, соответственно, ну, честно, справедливости ради говоря, командные действия. Я думаю, что такую атаку я прям ставлю в пример. Я думаю, что это одна из лучших наших вообще атак. Потому что то, что Иванович требует там с фланга на фланг. Ну вот это вот футбол, тик-атака была. Да. Индивидуальное мастерство, то, что ты протащил, вывел на другой фланг. Ну и, конечно, передача. Ну, не, мастер, я себя не буду ходить, ну мастер. Так, давай смотри. Четыре пенальти исполнял Уфа и ни одного не забил. Ты помнишь, что Федос сказал? Удары на линии, считай. А после хотя бы одной. На после. А после хоть вообще. То есть это раз момент, Федос отбивает. Шее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 еee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 e
Все? Парень такой, ну хорошо, дал ему по руке. И смотри, как судьбинушка его накажет. Как судьбинушка его накажет. То есть смотри, раз, психологически перегал. Потом Фидос. Еще раз. Да. Ну то есть и Саня тоже. Да. Ты сейчас будешь бить, чтобы я на реакцию мог отбить или нет? Не знаю. Блядь. Посмотрим. То же самое сказал. На реакцию, если что, прыгнул, да. Есть у меня вариант отбить. Но представляешь, в матче
4 пенальти не забили, то есть действия вратарей. Я думаю, что ты тоже это 100% отметишь. Я думаю, что тебе будет очень тяжело решать. Ну и, конечно, вот этот момент. Вышел Денчик. В любой другой игре надо было бить. Но смотри, я искал Денчика, я думал, что он остановится, и тут пойдет. Хотел мне ждать. Но суть момента, знаешь, в чем заключается? Смотри, я даю Денчику. Он хочет пробить. Ему отскакивает в лицо, и он потом весь вечер говорил, как у меня болит лицо. Говорит, лучше бы я не бил. Поэтому тоже такой момент, может быть, ты его вставишь в свой топ. Ну, в общем, такие вот моменты, я думаю, ты должен сейчас... Только не скромничай. А просто топ мы как оцениваем? Футбольный? Нет, по твоему ощущению, по твоему ощущению. Давай, наверное, я поставлю гол в Уфе на первое. Твой гол. Потому что, опять же, это... Я думаю, что это не мой гол, это, честно, командный. Чисто, да, командный. Чисто командный. Это вот пример той атаки, которую приятно смотреть и зрителям, потому что я читал комментарии, я видел то, что там писали, посмотрите на атаку, когда был первый гол, то есть столько передач. Говорят, Прокоп Гас — это лучшая связка, что мы видели. Это, ну, это ребят, можно даже не читать. Забирайте. Я говорю, я с Реалом договариваюсь, а я там буду спортдиректором. Давай, наверное, похвалим наших вратарей. Это на второе пойдет, потому mm-hmm. что один пенальти можно не забить, ладно. Два можно. Два. Но два уже как будто бы нельзя. Но ну, четыре, да, когда все три вратаря наши задействованы, это максимально показывает уровень. Я говорю, он скромняк, я так и знал, поэтому я тебя и позвал. Давай поставим на третье мой гол, потому что доля красоты точно есть. Там исполнительскому мастеру. Мне интересно, честно, вот справедливости ради, если я тебе дам 10 ударов, сколько ты сможешь таких забить? Ну, то есть я примерно понимаю, что я максимум один забью, мне кажется. Я забью больше трех. Больше трех. А, больше двух, ладно. Больше, вот, три победы, ну, кстати, можно, нет. Я такие хороший. Удары тренирую, да, если да, честно. Ну, и справа, и с двойника, и просто слева. Просто это техническое исполнение, оно, правда, технический элемент очень тяжелый. Хорошо, третье место, давай, четвертое. Ну, блин, момент с Денчиком, ты его добавил, и вот за то, что ты его добавил, я, блин, в раздумье. Ну, Денчик носом, видишь, сегодня на тренировку не пришел, потому что, ну, говорит, ну, пятак чуть болит. Ну, нет, Денчик мы в топ несем, когда он забьет. Это топ-1 сразу будет. Да, это даже можно будет сразу в топ-1 за все выпуски. Так, оставим Денчика на пятом. Пятак болит, на пятом месте, да, пусть будет. Согласен. На четвертом месте гол с центра. Это и наша ошибка там в обрезе. И очень тоже исполнительское мастерство, да, тоже, ну, есть. Классно. И вообще, да, в целом, похвалить команду надо, они огромные молодцы. Да. Классный привет, Нижний Новгород, спасибо вам большое, Уфа, огромный привет, огромный поцелуй. Ну, в Нижнем осадок у меня остался из-за того, что... Я не знал, честно. На стриме очень много заходили пацанов, это, говорю, мы стояли там по 2 часа. Мне скидывали фотки потом, потому что там больше 1000 стояло. Это, конечно, косяки. Я играл, когда я этого не заметил, но я сказал кому-то там то, что, блин, я думал, придет больше людей, потому что на трибуне, там была одна трибуна заполнена. И потом в перерыве меня поменяли, и я смотрю, Германа нет. Я говорю, а где Герман? Мне говорят, он вопрос решает, там не пустили людей. Я пошел узнавать тоже, и мне сказали то, что там выкупили только один сектор. И я прям максимально, по мне ударило это морально, то что мы там приехали. Поэтому что мы должны сделать? Приехать в Нижний, да. И чтобы все обязательно попали на стадион. Ребят, вам большое спасибо за просмотр, обязательно. Да я думаю, что вы и так все подписаны. Поэтому лайк, подписка на мой канал, Телеграм что оставить? Давай, может, стримить начнешь, real life. Вот думал, ну давайте пока Телеграм. Пока Телеграм, пожалуйста, подписывайтесь. Да и вы и так подписаны на этого красавчика, кто его не любит. Я его обожаю, сейчас я его продам в топ-клуб, разбогатею, будем крутые выпуски делать. Всем спасибо.